Всем огромный привет! Сегодня в этом видео я хотела бы вам показать, как я готовлю настоящий вкусный узбекский плов. Покажу прям детальный рецепт, как готовлю я его уже давным-давно, так как наша семья переехала из Узбекистана, из города Ташкента, и мы очень любим вкусный плов. Так что, если вам интересно это видео, оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал и обязательно пишите комментарии. Ну что, начинаем! Так как мы будем готовить именно праздничный байрам ош, праздничный плов, то у меня на столе следующие ингредиенты. Значит, самое главное, что нужно запомнить в приготовлении плова, это все один к одному. Если у нас 1 килограмм мяса, значит у нас 1 килограмм моркови, 1 килограмм лука, рис 1 килограмм, ну, все остальное, все. Ну, как бы вот эти все основные вещи, это очень легко запомнить. Значит, у нас говядина, телятина, очень хорошие кусочки, не очень пресные, такие немножко жирком. Желтая, обязательно желтая морковка, не красная, потому что идет всегда желтая, она дает какую-то сладость и красивый цвет. Лук. Рис мы взяли такой, потому что мы не купили узбекский рис, но он обязательно должен быть вот именно длиннозерный. Как бы в Узбекистане называется лазер рис. Чеснок, ну специи я еще потом покажу, как я делаю. Вот, обязательно нухот. Нухот это мут. Горох такой вот крупненький. Я его замочила в горячей воде, пока вот сейчас буду готовить. И обязательно желтый изюм, который будет давать немного сладости. Вот. Так что приступаем к готовке. Thank you.